пекарни на улице Молодежной выявили нарушение. Ранее на заведение поступала жалоба. Продавец встретила сотрудников Роспотребнадзора и Департамента потребрынка в приспущенной маске. Антисептик для посетителей на входе был, однако документации, которая подтверждала бы его соответствие требованиям, не нашлось. Одно из серьезных нарушений в том, что журналы обработки помещений и измерения температуры сотрудников не ведутся. Не представилось возможным оценить периодичность и используемую концентрацию дезинфицирующего средства для обработки помещений предприятия. Не предоставлены документы, подтверждающие периодичность обработки и иные документы.